Заботиться о своих клиентах, о рабочем месте и в первую очередь о себе – главные правила для специалиста любой сферы. Дмитрий Чевычелов хорошо знает, что такое заниматься перевозкой в пандемию. Через его салон ежедневно проходят десятки пассажиров, поэтому каждый раз, возвращаясь на конечную, 6-й микрорайон, перерыв он тратит на обработку поверхностей. Поручень, ручки, дверцы – все тщательно дезинфицируется. Даже во время движения иногда там с этой двери, ручки все. Мы протираем. Когда взяли людей, то уже тогда по-любому маски. Если мы пустые, можем там снять, чтобы подышать воздухом чуть-чуть. К сожалению, такой прилежностью отличается не каждый водитель. Бобруйские гигиенисты в очередной раз проверяют маршрутчиков. Первый стоп и тут же без маски. Правда, они, как и дезсредства, имеются в запасе. Ошибку шофер признает, рекомендации слушает. Вы должны, как водитель или грузоперевозчик, соблюдать правила. Почему вы... Руки открыты, вот маски. Почему нет? Почему вы вот сейчас без маски? Вы ведете пассажиров у вас? Мало людей, у меня впереди никто. У меня висит табличка. Висит табличка. Дистанцию от водителя. Следующий водитель на диалог не настроен. Спустя несколько минут с трудом находит старый антисептик. Да и тот только для обработки поверхностей. Для рук нужен отдельный. На вопрос, где маска, пожимает плечами. Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии совместно с ГАИ УВД Бобруйского горисполкома еженедельно проводится мониторинг маршрутных такси по вопросу соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. В новых реалиях обрабатывать салон, рули, даже сиденья – обязанность водителя. Однако пассажиры тоже несут ответственность. Маски должны быть надеты всегда, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию. Эти правила касаются всего общественного транспорта, в том числе и такси. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.